Основной темой штаба по комплексному развитию региона стала, конечно же, борьба с коронавирусом и его последствиями. Но началось заседание с кадровых изменений. Губернатор Сергей Морозов объявил, что руководить Министерством строительства и архитектуры будет Константин Алексич, пока в ранге исполняющего обязанности. До недавнего времени Алексич возглавлял предприятие «Облстройзаказчик». Глава области отметил, что необходимо держать под контролем ситуацию не только с коронавирусом. Нужно отслеживать и другие заболевания, в том числе грипп и пневмонию. Нам удалось заболеваемость гриппом и ОРВИ снизить в два раза по сравнению там, с эпидпорогом. По сравнению с предыдущей, допустим, неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась еще на 50% за прошедшую неделю. Вместе с тем губернатор отметил, что люди продолжают игнорировать соблюдение режима самоизоляции, нарушают принятые ограничения представителей предпринимательского сообщества. Глава области сказал, что необходимо ужесточить контроль за несоблюдением бизнесменами законодательства. Даже дошли до того, что когда их за руку ловят и выписывают грандиозные штрафы, потому что штрафы действительно очень большие, пытаются разделить этот штраф и раздают их на всех членов трудового коллектива. Вообще просто кощунство, свинство, если хотите. Так относиться к своему бизнесу и к людям, которые работают. Мы, конечно, не позволим это делать. А вот законопослушным предпринимателям будет предоставлена помощь и все необходимые льготы, чтобы сохранить бизнес. Финансовая поддержка нами на сегодняшний день на региональном уровне, не дожидаясь всех тех решений, были приняты принципиальные решения по финансированию, включению антикризисных программ по финансированию субъектов предпринимательской деятельности. И сегодня они доступны под 3% годовых. Кроме того, 9 банков под 0% предоставляются кредиты для выплаты зарплаты. Можно получить также и финансирование кредита. В большинстве муниципалитетов приняты программы, согласно которым арендная плата за использование государственного муниципального имущества не взимается. Мы предлагаем вот то решение по отсрочке совершенствовать и внедрить освобождение от уплаты арендных платежей за пользованием государственным муниципальным имуществом, начиная с 1 апреля на следующие 3 месяца. Налоговые льготы будут вводиться для тех, кто сумел сохранить трудовой коллектив в непростое время пандемии. А перед муниципалитетами поставлена задача по выплате долгов предпринимателям. Кроме того, в регионе и в районах создаются резервные фонды. В них отправится 5% от бюджета. Меры поддержки касаются не только предпринимательского сообщества. Все новые социальные льготы появляются для семей, пострадавших от коронавируса и связаны с ним ухудшение экономической ситуации. С мая предлагают ввести выплаты в размере 7000 рублей на детей от 3 до 7 лет из регионального капитала «Семья». Вторая единовременная выплата, которую мы предлагаем на ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, это семьям, у которых отсутствует право на именной капитал «Семья». Выплата составит 7000 рублей и будет предоставляться семьям, где родители или один из родителей лишился работы, был отправлен в отпуск за свой счет или перешел на неполный рабочий день. Из-за этого доходы в семье на человека стали ниже прожиточного минимума. Дети будут иметь право на получение социальной продовольственной карты, а граждане старшего возраста с хроническими заболеваниями смогут получать по 5000 рублей на лекарства. Дополнительные средства получат и социальные работники, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Егор Ситов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.